Сила привычки – это действительно основа дисциплины. Когда мы что-то делаем регулярно, это становится частью нашей жизни. Например, утренние пробежки или чтение перед сном. Сначала может быть сложно, но со временем это превращается в автоматизм. Каждая маленькая привычка, которую мы формируем, приближает нас к нашим целям. Мы начинаем чувствовать себя увереннее и более организованно. Привычки – это как кирпичики, из которых строится наш успех. Чем больше мы их развиваем, тем легче нам двигаться вперед. Главное – не бояться начинать и быть терпеливыми.